Всем здорово, ребят. Ну что, сарделька, продолжаем качать наш бездонатный аккаунт, продолжаем проходить подземочки. Именно на подземках я сейчас делаю основной акцент на прокачке, потому что чем быстрее я их пройду, тем больше получу я, соответственно, потом и опыта, и кагашек для своих героев. Могу я уже давным-давно вкачать больше силы, но я пока за силой не гонюсь, надо изначально подготовить героев. Сила это, конечно, классно, но свыше стака силы, возможно, я сделаю силу под квест. Потом я запишу вам отдельный видосик, покажу. Ну а пока мы будем пробовать проходить подземочки, на которых мы застряли. Вот такие вот у меня герои. Пиковка будет пока такая. Афинку мы уберем, поставим сюда Купидончика. Такой купидончик и поставим сюда ворожея для подхила. Так, на ворожея мы поставим, вот так вот сделаем. Смотрим по магии, что у нас есть. Магия. Магию тоже надо прокачивать, особенно метель. Она будет следующая в очереди на прокачку. Так, ну а пока можно немножко качать томцев, пока мана есть свободная. Иплоп, джели. Отлично. И смертушка. Даже ее немножко качнем. Ну, видите, питомцы немножко накопились. Надо будет еще теперь накопить кучу кгшек на скиллы, конечно же. Так, окей. С этим разобрались, поехали, посмотрим, что там, на чем мы остановились. У нас следующие подземки кошмарка. Кошмарка 6. 6-3 прошли. Поехали, будем пробовать 6-4. О, тут веселые подземки у нас будут сейчас. Тут душики, все дела, атланты. Так, тут, по-моему, уже ж у нас и тотемы идут. Поэтому мы никуда не денемся. Нам придется все-таки брать юнитов. Так, маны не хватает. Ничего себе, дожили. Вот это дожили, ребятушки. Поехали. Подземка 6-4. У нас, по-моему, где-то... Вот они все. Злобные тотемы, которые реально очень мешают. Сейчас мы попробуем вот таким вот образом выпустить всех. Я не знаю, душек они убили, сейчас нас душек там просто поимеет, наверное. А может и нет. Воу-воу-воу-воу-воу, просто налегке. Красавчики. Что тут еще сказать? Самое главное, чтобы тыковка не сдохла. Потому что если тыква сейчас просто сдохнет, 6-4 без проблем. Правильная высадка и магия, как видите, решают. Не забыл я еще, что такое подземки. Давно я их уже не бегал. Так, отлично. Себе там нанимается. У меня одна казарма, да? У меня одна казарма пока открыта, поэтому у нас с казармами все, к сожалению, печально. Так, окей. Поехали дальше. Следующая подземка у нас будет 6-5. Так, магию я, как обычно, забыл. Тут уже без магии никак. Так, тут у нас уже по центру стоит злобный дракон, куча гарпий, то есть у нас будет куча обраток. Тут, блин, конечно, жестко все будет. Сейчас я не знаю даже, как мы будем успевать. На заморозочку. Очень много гарпий, и, соответственно, они кидают все время обратки. То есть тут надо еще стараться спамить юнитами по максимуму желательно. Смотрите, Фрейю разобрали, просто налегке разобрали мою Фрейку.
Ай-яй-яй-яй-яй. Кто же у меня сейчас будет танчить? Ну-ну-ну-ну-ну, тихо-тихо-тихо-тихо, ворожей, не сдаемся, не сдаемся, держимся. Отлично, подхил, подхил. Если тыковка сейчас сдохнет, это будет печаль. Нет, все отлично. Видите, тотемы, вот тотемы уже очень мешают моим героям в прохождении, но я думаю, мы сейчас затащим. Должны затащить. Пофиг на Атланта. Но душики, конечно, и гарпи — это самое противное, что есть в подземках. Отлично. 6-5 без проблем. Конечно, с одной потерей. Но ничего страшного. Так, нанять. Так, отлично. Та же самая картина. Пум-пум-пум-пум-пум. Попробуем здесь, вот сюда побежать. Тут, по-моему, где-то тотемы есть, если я не ошибаюсь. Не, нету. Ну и отлично. Попробуем так. Сейчас все сбегутся, их заморозим. Юнита у меня нету, я красавчик. Сейчас нас полностью минуснут. Да. Сложно, вот это уже сложней. Хорошо. Попробуем еще разок. Сейчас я Анубиса немножко, наверное, переделаю. Он у меня ремочный стоит. Ремка — это, конечно, классно. Дополнительный урон. Но мы попробуем сделать так, чтобы он у нас наносил побольше урона. Хотя он и так очень просел, когда мы его выкинули. Так, поехали. Попытка номер 2. Подземка 6-6. Варианты есть через душика бежать. Тут и гарпия есть. Короче, тут полный набор, ребят. Так, так, вроде получше. Так, заморозил всех. Ну а юнитами, блин, вот нету юнитов. И ты просто и Арктика ударила. Да что такое-то, а? Вечные проблемы с этими арктиками. Такс. Неохота тоже много самов сливать, потому что скоро будет 11 число. А 11 числа должны быть хорошие акции. Поэтому будем стараться по минимуму. По минимуму тратиться. Так, ну что, давайте попробуем через верх. Не буду я бегать через Арктик. Попробуем зайти отсюда. Тут герои более адекватные. Так, заморозил. Блин, а каким образом там Дракула включился? Никто мне не хочет сказать. Блин, вроде и хорошо проходили, но... Сам это не здесь не так, как на других аккаунтах растут. Да, конечно, мы небо метель посильнее. Меня вообще разгон не радует. Вообще печально как-то. Странно. Давайте попробуем, знаете, что сделаем? Уберем Фрейю. Попробуем поставить хранителя сюда. Конечно, он у меня... Без нифига, но зато на нем есть скилл. Может, это поможет нам. Столько надо посмотреть.
Порядок выброса героев. Такс. Первым у нас будет Анубис, потом будет у нас тыковка, Купидон, не хранитель, Купидон, ворожей, Купидон. Вот так вот попробуем таким вот образом выкинуть их всех. Окей, поехали. Сложно, сложно, конечно, в этой подземке уже мне. Ну, такой вариант прокатит или нет? Блин! Не канает. Не идет. Анубис у нас вообще, по-моему, сливается. Попробуем поставить. Даже попробуем такой вот вариант поставить. Пусть пока будет так. Конечно, некому добивать Рэя. Рэя у нас получается отсутствует. Так, заморозил, вроде успел. Ну, разгон, разгон, разгон. Где разгон, блин? Душика кто будет убивать? Да, блин. Жесть. Это капец, ребят. Вот уже первые проблемы у нас появились. Я просто тупо не успеваю их убить. Может попробовать стартануть с тыковки. Такой вариант тоже есть, в принципе. Поставим железную волю еще дополнительно. Получить максимальный разгон, чтобы она не станилась. Давайте так попробуем. Была не была. Сейчас тыкву у меня сольют нафиг. Я же говорил, что ее сейчас нафиг сольют. А без тыквы тут мы уже ничего не сделаем. Хорошо, если попробуем. Семерка. Надо 91 просвет. Сейчас попробуем наоборот сделаем. Я не знаю, или так прокатит, или хватит нам. Так, с Анубиса можно поставить такой вариант. Поехали в рейд. Сбегаем. Да, неплохо было бы еще одну ремочку получить. Так, попробуем тыковку сделать немножко другой. Если это нам поможет, я хочу с нее стартануть. Делаем такую прокачку и ставим сюда седьмое выживание. Не знаю, не знаю. Я очень в этом не уверен, конечно. Ну да, IGG, конечно. Взял и купил. Так, ну что, пробуем опять тут же разогнаться, попробуем, или сработает выживание у нас на тыковке. Оно, в принципе, сработало. А теперь смотрим, или у нас хватит скорости разгона. Конечно, у нас нифига не хватит. Тыковка, блин. Не жилец. Не жилец, к сожалению. Все-таки вариант здесь поставить. Дать ее второй, ставим обратно вот так вот. Попробуем
такого Анубиса, стартануть с Анубиса обратно. А чё я мучаюсь? У нас же есть мега магия еще. Я уже за нее даже и забыл, честно говоря. Бюро магии. Раз, два. Ах, настали эти времена, когда мы начали использовать обратно же гильдейскую магию. Так, ну поехали с Богом. Нафига я с тыквы стартанул? Вот я лошара. Вот надо было мне с этой тыквы стартовать. Блин, так хорошо зашли. Ну 14% у нас есть шанс, ребят. Если ворожай сейчас нас будет нормально хилить, а ну без дамажить. Если Леди Леву кто-то снесет, то у нас вполне есть шанс. Блин, Купидон, куда ты побежал? Сейчас Купидона. Вот обидно, что Купидон не туда пошел, куда нам надо, но шанс у нас есть даже на 3 звезды, в принципе, зафармить, если повезет. Если Купидон, конечно, доживет до того времени. Блин, конечно, с черепом сейчас можем налажать. Если кто-то побежит к черепу, мы не успеем его ушатать. А это будет сейчас 100%. Но не факт, что мы тут вообще зафармим. Ворожай, какого фига ты туда пошел? Жесть. Ну все, без ворожая, конечно. Это тапочки. Мы даже сейчас не зафармим на 2 звезды, чтобы пройти. Капец. Вот это обидно. Вот видите, нету Фреи. И просто тупо нифига нет. Так бы Фрея сняла баф и добила бы уже давным-давно его. Так, ну что, пробуем еще один заходик. Пробуем, стартуем обратно же с Анубиса. Кидаем всех. Кидаем заморозку. Блин, каким образом он включился? Как он так быстро успел? Ух ты, блин, какой кайфовый был разгон. Я чувствую, я сейчас все самые нафиг солью, пока я пройду эту подземку. Но мы должны ее вжарить хотя бы на 2 звезды. Мы должны, ребятушки, с вами это сделать. Так, обратно же стартуем. Так, заморозили, вроде успели. Самое главное сейчас успеть ушатать. Шатаем, я сказал. Опять к ведьме пошли. Ну что за фигня-то, а? Вот какого фига они пошли наверх? Так, ну тут хотя бы они держатся вместе. Тут хоть... Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Одержимый, блин. Так, опять идем к черепу. Блять, я люблю этого черепа. Как же он меня задрал уже. Да, Фреи нет, и череп нам дает. Просто нас унижает. Жесть. Просто жесть. Хотя бы на 2 звезды надо пройти ее. Я уже не говорю о 3. Либо вариант будет настроить казармы. Просто тупо спамить. Так, ну что, поехали еще разок. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел. Я погулять, а заблочить я успел. Вроде нормас, нормас, нормас. Разгон, разгон. Ведьму, ведьму, ведьму. Блин, Анубис. Это просто жесть. Пипец. Короче, ребятушки, последний заходик. Или не, попробуем еще, пока мы не это. Блин, вот такие заходы хорошие были. И у нас просто тупо из-за того, что у нас некому черепа снять его долбанный баф,
Мы просто тупо в просак попадаем. Причем жесткий. Так, пробуем их вытащить. Морозим. Закидываем. Но юнитами тут... Блин, опять тыква сдохла. Ну что за фигня? Такой классный разгон был. Так классно прошлись. И, блин, просто тупо жесть. Так, предлагаю что-то поменять. Предлагаю на тыковку попробовать кинуть. Выживание. Такой вариант, чтобы она не дохла так быстро. Можно было бы, конечно, оживу. Но я пока хочу с выживанием попробовать. Так, еще заходик. Раз, два. Анубис пошел. Заморозили. Усиление. Вот нету того разгона. Нету того разгона, который хотелось бы. Вот посмотрите, вроде сейчас вот круто пошло все, блин. Ну какого фига слились все? Вот классно было. Просто тупо сли. Все, ребята, последний заход, блин, слил я, конечно, как обычно, кучу самов. Эх. Жопа. Через Арктики заходить, конечно, не вариант. Попробуем сейчас немножко выше забежать. Стартанул я с тыковки. Заморозил. Ух, пошло, пошло, пошла, конечно, классная жара, но... Это просто жесть. Долбанный череп, как ты меня задрал уже. Так хорошо шатали. Но, увы. В общем, вот так вот. Затянули, конечно, мы хоть плюс 2 подземки. 6-4, 6-5, а вот 6-6 у нас за пара. Буду думать, что делать. Пишите комменты, ставьте лайки. Пишите, что вы думаете, что можно поменять. Всем удачи, всем пока.